за моєю інформацією, це точно не наркотики. Динамо до сих пор не розчиталось з Вільям Твей за Соля. Може, нахер дійсно потрібен такий клуб, а? Тайсон всім своїм останнім, так сказати, поведінням питається збити собі ціну. Давайте ще подаруємо Юрію Михайловичу стажування в Аяксі. Ты знаешь, глядя на тебя, понятно, что ты являешься частью целевой аудитории книги «Майн камп», да. Как маньяк якийсь. Ты так над детьми так само, да, я вмещаешься? Я начну разговаривать, когда будет 11:00. Всем салют! Це обіцяний новорічний святковий спецвипуск. Сьогодні будемо всю програму відповідати на ваші запитання. Будемо обговорювати найактуальніші, найгарячіші теми. Будуть інсайди і буде в самому кінці програми заруба з настільного хокею. Так що додивіться, дочекайтесь до кінця. Я все-таки скромно надіюсь, що це буде не заруба, а ізбієння 35-літнього младенця. Ти там над дітьми мастер знущатись, да? Да, я отточил своє мастерство. Друзі, якщо ви хочете багато накрити свій стол після новогодніх праздників, то приймайте участь в такій рождественской акції нашого уважаємого, дорогого партнера компанії «Фанспорт», которая была с нами весь 2019, уходящий уже год, можна виграти кучу денег. То есть суммарно это 100 тысяч гривен на 50 победителей. До 15 января продолжается эта акция. Ну а все подробности, детали, пожалуйста, вот по ссылке в закрепленном комментарии. Окей, давайте почнемо з найгарячішої теми. Допінг-скандал довкола Артема Бєсєдіна. Ви запитуєте, чи знаємо ми якісь нові подробиці. Інформації наразі дуже мало, все дуже секретно поки що. З того, що відомо, ходять чутки, що йому загрожує 4 роки. Ну, це максимальний термін, не факт, що він такий буде. Через те, що от таке покарання може бути, люди в кулуарах говорять, що, можливо, Бєсєдін просто не проходив взагалі допінг-тест, от тоді дають 4 роки. А так можна? Ну, може, не знаю, хтось інший прийшов, або лікарі десь не донесли, я не знаю, я не думаю, що там ловлять за шкірку. Якщо не прийшов, то все серйозно, ніхто не розбирається, одразу 4 роки паяють і все. Але, за моєю інформацією, все було нормально, він прийшов до допінг-тест, все-таки в нього знайшли якісь заборонені речовини. Другий момент – це те, що, от я помітив в коментарях, вболівальники дуже багато пишуть про можливі якісь наркотики, тому що так багато чуток було про Сурну, коли його піймали на допінгу, що там якийсь кокаїн чи ще щось таке. Ну, це якийсь бред. Він явно не виглядає як чоловік, який ці балується. Ну, в нас прийнято таке підозрювати футболістів, тому що вони багато собі дозволяють. Знову ж таки, за моєю інформацією, це точно не наркотики. Що саме, невідомо, але точно не наркотики. Що це таке тоді, да? В нас немає інформації, я попереджаю одразу. Це лише наші здогадки, наша версія. Один з варіантів, який може бути. Ми думаємо, що швидше за все проблема в сечогінних препаратах, які заборонені. Чому в них, якщо ви пам'ятаєте, десь місяць тому ми в цій студії помітили з Мішою, що Бєсєдін дуже підсушився і став ще більше вкалувати на полі, ніж він зазвичай це робить. Сечогінні препарати приймають якраз, коли хочуть скинути зайву вагу. На самом деле нам очень приятно, когда кто-то подсушивается, потому что он таким образом больше на нас начинает быть похожим. Черный юмор. Я так понимаю, что ты намекаешь на то, что это ситуация а-ля Александр Рыбка. Да. Я напомню, что Рыбка был пойман на фуросемиде. Фуросемид — это мочегонный препарат, который он принимал якобы для снятия отечности не тела, как многие думали, а лица после травмы матча с Карпатами. У него была травма лица. Я не верю. Ну, у него была зайва вага, было явно помітно, что он сгонял. Суть просто в том, что фуросемид, любые мочегонные препараты не являются конкретно допингом. Это агент допинга, это то, что помогает вывести из организма всю нечисть. И как раз таки стандартная мера пресечения для таких случаев – это 2 года. Рыбка был на пике карьеры, Бєсєдіну сейчас 23. Ну, честно говоря, вернется ли, не дай бог, чтобы, допустим, действительно это было наказание такое, но вернется ли игрок на прежний уровень, сможет ли он прогрессировать в 25, это, что называется, вскрытие покара, в случае с Рыбкой – всплытие. И в случае с Рыбкой – всплытие покара. Казала, що Рибка не всплив. Це кінець. Наступне питання в догонку першому. Володимир Колесник просить порівняти показники Русина і Бєсєдіна. Дуже актуальне питання через допінг Бєсєдіна і через, власне, повернення Русина, яке вже офіційно Динамо об'явило. Ми порівняли цифри, і я був вражений, тому що по багатьом показниках вони абсолютно ідентичні. Я кілька разів перевіряв, думав, що в мене вейскаут заглючив. Ні, справді, ви бачите ці цифри, основні показники ідентичні. Бачимо, що Русин трішки
технічніше, як це і очікувалось. А Бесєдін, звісно ж, більше бореться. Але ще цікаво, показник вдалих єдиноборств у Русина більше. Ну, от єдине, що теж очевидно, що Бесєдін випереджає Русина в верхових єдиноборствах. Там різниця в зрості очевидна. Але загалом я б сказав, що в принципі, це десь більш-менш рівноцінна заміна Бесєдіну. Чому ні? Нет, потому что надо всем понимать, тренерам «Динамо» в первую очередь, что это футболисты вообще для двух разных моделей игры. Как говорят скауты, у них два разных профайла. Бесєдін — это нападающий более вспомогательного плана, то есть он открывается спиной к воротам. Опорный помогает... нападающий. Да, да, да. Он помогает команде удержать мяч и открыть зоны для, вот, допустим, вингеров. Русин получает мяч гораздо реже, но он как раз обеспечивает глубину атаки, он врывается вот в эти вот свободные зоны, он их ищет, он гораздо лучше с мячом, он хорошо бежит с мячом. И забывает. У него лучше дриблинг, и самое главное, что Русин, в отличие от Артема Бесєдіна, все-таки это нападающий для забивания голов. Он умеет выцеживать голы с, не знаю, сухой губки, это очень важно. Ну, я не кажу, что они однакові по типажу, я кажу, что это, в принципе, непогана замена загалом. Я считаю, что замена неравноценная, это замена на усиление. Тобто Русин навіть краще Бесєдіна. На мой взгляд, он лучше, и... но под него надо немножко перестраивать игру. Даже я это понимаю, понимаешь? Девушка по имени Лиза спрашивает нас, правда ли, что «Динамо» собирается выставить на трансфер всех легионеров. Ну, наверное, все-таки не всех. Я не представляю себе, зачем выставлять на трансфер Вербича или Депену. Ну да, их и «Динамо» и не планует выставлять. Давай. Но мы ожидаем, что «Динамо» попытается избавиться от 5 футболистов, да, иностранцев. Это... Не спробуй, он хочет. Чи получится? Да, получится ли? Скажем так, мы почти уверены, что вернуть те деньги, которые были за них заплачены, по крайней мере, официально, то, что фигурировало в прессе, 11 миллионов, если не ошибаюсь, это очень вряд ли, потому что все эти футболисты находятся сейчас в яме. Никто из них, я уверен, свою трансферную стоимость после перехода в «Динамо», как обычно происходит с легионерами, которые переходят в «Динамо», не поднял. Давай... Смысл их продавать дешевше, правильно? Только хіба що зарплатную відомість розгрузити. Тому загалом наш прогноз, что навряд ли в «Динамо» выйдет позбути з цих 5 гравців. Давайте конкретно по фамилиям пройдемся. Кенджоро для меня наименее очевидная фамилия в этом списке. Да, он не прогрессирует, но, по крайней мере, для создания конкуренции, как бы игрок абсолютно среднего, обычного уровня. Карабаєв и Тимчик краще, я вважаю. Я согласен с тобой, конечно. Тим більше Тимчик зараз повертається, мы уже знаем, что Тимчик влітку повернеться, тому, в принципі, чому ні? Вторая фамилия — это кадр. Здесь все очевидно. Мне кажется, нет смысла растекаться мыслью по древу. Когда парень с мячом, все хорошо и красиво, но это защитник, он бывает с мячом реже, чем без мяча, а вот там уже начинается полный швах. Третья фамилия — это Кадири. Ну, по нашей информации, человек не очень хочет вообще играть в футбол, да, вроде как травма, о которой говорили, уже давно все залечено, но Кадири не возвращается в строй, не знаю, может быть, сочкуют, может быть, в какой-то степени просто приятно ходить к банкомату раз в месяц, наверняка. Він постійно каже тренерам, що йому болить щось, людина просто не хоче грати, а лише отримувати зарплату. Це такий типовий бзік африканських гравців, от «Динамо» на нього попало. Родригес, тут сейчас пестреет весь интернет слухами о том, что он нарушает режим, скажем мягко, да, жестче, скажем, делает то, что, да, как бы я делаю. По вашей версии, да. Вот да. Ты камин-аут, якийсь не треба было цього робити. Не просыхают вообще. Вот. Наши источники подтверждают, что в голландском Telstar и в молдавском Шерифе имели такие системные случаи вот этого самого. Поэтому вообще поразительно, как такой футболист без изучения профайла попал в среду «Динамо». Хотя, опять-таки, мы с Серегой его мокрым или полусухим не видели. Поэтому я не исключаю, что, может быть, эта информация используется для того, чтобы сейчас каким-то образом либо прервать контракт с игроком, либо какие-то найти лазейки. Ну и соль. И соль. Мы говорили в прошлый раз, что Солю было дано энное количество шансов, он ими не воспользовался. У парня тоже хроническая травма, которая была известна даже когда его приглашали в «Динамо». 10 месяцев людина не забывает уже. Но сейчас есть проблема с тем, что если, не дай бог, действительно выпадает Бесєдін, да, возвращается Русин, но Соль единственный стационарный форвард сейчас для киевского «Динамо». Поэтому, может быть, на сборах у него опять появятся какие-то возможности себя проявить. Это первое. Есть информация, это опять-таки такой инсайт, что «Динамо» до сих пор не рассчиталось с Вильям Твей за Соля, то есть некий транш еще до конца не выплачен. И еще один инсайт, я думаю, мы можем сейчас его озвучить. Игорь Суркис в интервью Виктора Вацко сказал, что когда покупали Соля, в шорт-листе было 3 нападающих, из них выбирали, было голосование. Мы можем назвать фамилии тех, кто по нашим источникам был в этой тройке. Это Франс Соль, это... американо-сербский нападающий Андрей Новакович, который играет сейчас во Фрозиноне.
Он тоже там как раз таки за команду Telstar забивал голов в Голландии, но сейчас во Фразенона у него не ладится, Фразенона играет в серии Б. И третий нападающий — это Годсвейдоньо. Это норвежец, выступает за датский Норшеллен. Это такой типаж, я бы сказал, Самуэля Этоо, 1,79 м, такой приземистый, крепкий, хорошо бежит с мячом, может сместиться на фланг, выдать кросс. Вот из всех нападающих, которых я видел вот из этой тройки, мне кажется, что он был бы актуальнее всего. Я вам грубо скажу, хезе. Поїхали далі. Міша Воліков і багато інших обурювались в коментарях, що ми підтримуємо фанатів, які вивісили банер на матчі з Десною, щоб суркіси від'їбались від Динамо. Мов, якщо не суркіси, то Динамо тоді загнеться, як Металіст, як Дніпро, і краще хай вже він, ніж не мати зовсім клубу. Народ, дивіться, якщо клуб залежить від однієї людини, і якщо без неї він загнеться, то може нахер дійсно потрібен такий клуб, а? Я тоді за те, щоб всі клуби, які залежать від однієї людини, здохли, і на цьому попелищі почало проростати щось маленьке, без амбіцій Ліги Чемпіонів, але здорове. І ще один момент. Навіть за такий провальний виступ в Лізі Європи Динамо отримало від УЄФА більше 10 мільйонів євро призових. Цього насправді цілком достатньо, щоб покривати витрати клубу рівня групового раунду Ліги Європи. От якщо не вірите, можете запитати в Зорі. Тобто те, що Динамо витрачає в рази більше, це не є необхідність, це проблема Динамо. Київському клубу потрібен не суркіс і бабло, а мізки просто, щоб витрачати правильно це бабло. Якщо що, я к вам обращусь, щоб ви мені допомогли. Ростик Сироткін. Зробив паузу, щоб, да, немножечко... Наш любимий глядач, самий активний, да, як без нього. Поднакопив 73 вопроса за це время. Ростик спрашивает, если бы мы могли положить подарок Игорю Суркису, я понимаю, так что Игорю Суркису под елочку, что бы мы положили? Ну, я помню, что волшебник Гудвин, да, он подарил дровосеку сердце, страшили мозги, про которые говорил Сергей. Но я бы не стал это дарить Игорю Михайловичу, потому что с сердцем, по-моему, там все нормально. Что касается мозгов, то вот я, например, чтобы как бы тупо бы себя не вело руководство «Динамо», я не верю, что это все делается неосознанно. Вот настолько там все иногда бессмысленно. Так. Поэтому я бы подарил ему, как льву, смелости. Смелости отказаться от всех своих убеждений и начать жить иначе. Например, пригласить качественного иностранного тренера и перестать его контролировать. Это было бы круто. Це якісь такі романтичні абсолютно сподівання. Я б Ігорю Михайловичу подарував якийсь футбольний менеджер, сам не граю, але думаю, він би там зміг свої амбіції задовільнити Лігу Чемпіонівську. Може б тоді трошки попустився по відношенню до Динамо. Слушай, ну тогда давай просто подарим ему уже футбольный клуб «Монако», чтобы человеку хотя бы не пришлось так часто летать между городами. А тоді він зовсім від «Динамо» відстане, да? Вже живе там, хай займається цим футбольним клубом. Ну, не знаю, я б ще тоді, якщо вже так щось мене понесло, давайте ще подаруємо Юрію Михайловичу стажування в «Аяксі», не знаю, хай його навчать, як зробити успішний клуб і як ним керувати. Следующий блок вопросов. Начнем с Шахтера. Тайсон не хочет продлевать контракт. И стоит ли Шахтеру избавиться от него прямо сейчас? Сейчас или никогда? То есть, на самом деле, скажем так, друзья, сейчас или через полгода? Тут вопроса вообще нет и стоять не может. Я бы избавлял... Ну, почему? Потому что у Тайсона заканчивается контракт в мае 2021 года. Угу. То есть, ровно через год его контракт будет незащищенным. Шахтер ни копейки не отобьет от хорошего контракта Тайсона, этих денег, которые были вложены. Почему надо продавать сейчас? Первое, через полгода Тайсон станет старше. Второе, через полгода, как раз перед чемпионатом Европы и после чемпионата Европы, на рынок выйдет очень много футболистов, которые будут моложе, интереснее и более актуальны. Третий аспект. Мне кажется, что Тайсон всем своим последним, так сказать, поведением пытается сбить себе цену. Ну, просто человек чудит уже как может. Если еще полгода он будет чудить, то, ну, зачем оно надо? Четвертый аспект. И вот если наигрывать замену Тайсона, адекватную, она есть, потому что есть Соломон и Коноплянка слева, есть Марлос, Коваленко в центре, то вот сейчас как раз, когда есть зимнее межсезонье и полгода до начала следующего сезона, это прекрасный момент.
Добре, ти це все бажаєш, йому пояснюєш, що це правильно. А твій прогноз, Шахтар це зробить? Я не вірю, що Шахтар це зробить. Я думаю, що ціна Тайсона вже настільки мала, що для Шахтаря принизливо продавати його за десятку, умовно кажучи. Смотри, якщо трансфер-маркет оцінює його в 12, по-моєму. Шахтер — це, прежде всего, бізнес-структура. Це люди, які вміють робити гроші на трансферах. Не завжди вдало, згадай Бернарда і Ферейру, так що... Да, бувають, но сколько нормальних примеров, правильних примеров. Поэтому я думаю, что если они хотели Тайсона как-то наказать, да, и решение на высшем уровне принималось не отпускать, не отпускать, не отпускать, то это все, уже он наелся всего этого досыта уже. Все, он наказан, он 8 раз стоял в углу. Уже пора его отпустить и пора хотя бы какие-то деньги отбить. Я думаю, что за 10 плюс его надо отдавать смело при первой же возможности. Мы не остановимся! Нас не запугать! Поїхали далі. Віталій Стуров просить прокоментувати фото Романа Зазулі на фоні табло з цифрами 1488. Давайте розберемось взагалі, що не так з цими цифрами. Дуже багато з вас питають в коментарях. 14 – це кількість слів в головному гаслі неонацистів. Воно перекладається як «Ми мусимо забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей». Ну, на мові оригіналу там більше слів, так. Не 11, виходить. 88 – це, ви знаєте, напевно, 8 – це номер букви H в алфавіті, і 88 – це Хайль Гітлер. Ця фотка була головним аргументом фанатів Рая, що Роман Зозуля – фашист, нацист і так далі, і тому подібне. Роман недавно нарешті прокоментував її, тому що треба було нарешті це зробити, щоб зняти всі питання. Але його версія звучить, звичайно, не дуже переконливо. Він сказав, що він просто був здивований великим розривом в рахунку, тому так сфоткався з такою посмішкою і пальцем тикаючи на ці цифри. Я не дуже вірю в цю версію, але ще менше я вірю в те, що Зозуля прекрасно знає, що значать ці цифри, свідомо фоткався, значить, там, і чуть не зігував після того, як сфоткався. Це був фанатський турнір баскетбольний, там були ультрас, вони, здається, були організаторами, точно грали на цьому турнірі. Я думаю, це вони поприкалувались, так виставили такі цифри на табло, серед них вистачає неонацків. А Зозуля або по приколу якось сфоткався і не розумів про наслідки. Або незнання, да, просто. Да, або його використали, не знаю, або просили там сфоткатись і потім розігнали цю фотку. Чорт його знає, але точно, знаючи Романа, я вірю, що це людина, яку не можна назвати неонацистом. Цинічні бандери. Владимир Гёц просить нас оцінити итоги церемонії футбольної зірки. Кому би ми дали предпочтення, ну і ми таким образом можемо підвести свої, собственно, итоги футбольного года. Главная номінація здесь була футболіст года, і по версії вот голосувавших игроков і тренеров это Тайсон, і ми, собственно говоря, так посмотрели друг на друга и подумали, что... Вариантов нема. Тут даже второго варианта нет. Единственный игрок, который, ну, я бы еще назвал Мараеша, может быть, который реально весь сезон провел более или менее ровно. Далее, вторая номинация «Голкипер года» Андрей Пятов, и здесь мы тоже согласились. Тоже без вариантов. Можно было бы назвать Евгения Паста, к примеру, но он сыграл 22 матча, а Пятов там что-то типа 47 за клуб. Ну, вы чувствуете вообще разницу. Наступная номинация «Кращий молодий футболист». Тут переміг Миколенко. Не сперечаємось, він дійсно крутий гравець серед молодих, але ми вважаємо, що неправильно ставити кращим молодим гравцем футболіста, який не брав участі в головному тріумфі року, в перемозі молодіжки на чемпіонаті світу. Тому ми так подумали, кого можна з цієї команди виділити, напевно, що Луніна. Ну, согласитесь, это все равно, что в 18-м году, после чемпионата мира, лучшим игроком года признают не Модрича или Гризмана, а там, не знаю, Ван Дейка или Деликта, которые вообще там не играли. Вот эта аналогия, мне кажется, точная. Следующая номинация – это легионер года, и по версии футболистов и тренеров – это Зинченко. Я бы поспорил, потому что... Чемпион Англии, да, але... Титул есть, хорошая игра за сборную, но есть все-таки некие моменты такой неровности, не всегда играл, травма в конце сезона. Он незаменный в Ман-Сити, давай это правду ну, будем Ну да, и да. То же самое можно сказать про Руслана Малиновского, да, крутая первая половина сезона, хороший момент переход в Аталанту, но в Аталанте не основной игрок на данный момент. Тут мы сперечались с Мишей, я все-таки был за Малиновского, ты скажи уже за кого. Да, я бы проголосовал за Романа Еремчука, потому что он... по нарастающей шел весь этот год. Прям феерическая вторая половина. Прорвала, человек забивал в каждом матче, по-моему, почти за сборную. И за сезон Еремчук забил, если я не ошибаюсь, по-моему, вместе с матчами сборной 30 голов.
Найкращий гол. Тут перемогла Надія Іванченко. Ми все-таки вважаємо, що заслужив перемоги Цетеєшвілі. Його гол корейцям в фіналі юнацького чемпіонату світу. Він не тільки через те, що він такий важливий, так? Це була фактично крапка в цьому матчі. Це ще й дуже показовий гол, коли Цетеєшвілі взяв м'яч там ще на своїй половині поля, здається, чи в центрі поля, протащив його через всіх захисників, пробив такої наглості, так? Такої показової. От там не було супертехніки, там не було суперкомбінації. Це було так по-нашому, в стилі цієї збірної, дуже сміливо, дуже швидко, дуже просто. Цей гол дуже символічний, тому все-таки ми йому надали перемогу. Лучший тренер года, по мнению футболистов и наставников, это Андрей Шевченко. Ну, я не знаю, у кого повернется рука в год, когда украинская сборная выиграла чемпионат мира, назвать лучшим другого тренера. Да, для Петракова, как он, по-моему, сам сказал, придумали отдельную номинацию, но... Він на це образився дуже. В номинации «Тренер года», по нашей версии, с отрывом побеждает Александр Петраков. Ну і остання номінація – «Арбітер року». Переміг тут Копієвський. Ми порадились з людьми, знаючими людьми, так, суддівського корпусу. Всі кажуть, що все-таки на це звання більше заслуговує Романов. Він, здається, судив суперкубок «Динамо Шахтар», якщо пам'ятаєте. Там було до нього питання, але не настільки серйозні. І загалом дуже рівний сезон. Словом, він не безгрішний, але питань до нього найменше серед усіх арбітрів. Мудрий вибір. Какие позиции, спрашиваете вы, надо укрепить Заре, чтобы завоевать серебро? Ну, по нашей информации, Заря активно интересуется следующими футболистами. Во-первых, правый, ну, давайте назовем это латераль, и понятно почему, потому что Динамо уже объявило, что Тымчик летом возвращается в Киев. Далее, позиция центрального защитника. Здесь можно, в принципе, думать, гадать, есть некоторые нюансы. Чеберка все-таки больше как полузащитник, ну, априори по своему профайлу. Бухана пока иногда допускает какие-то позиционные промахи. Виталий Вернидуб очень сбалансирован, но уже не молод и не совсем быстр. И позиция форварда. Опять-таки, мы знаем, что ушел Бутковский в Десну, ушел Русин в Динамо, остаются Кабаев и Громов, а это, при всем уважении, номинальные никак не форварды. Владислав Сидорук запитує, за рахунок чого Десна тримається серед лідерів і просить порівняти її показники з минулим сезоном. Ми зробили це, ви бачите ці цифри, і дуже цікаві цифри, тому що ми бачимо, що Десна почала пропускати в два рази менше голів, і забивати почало в півтора рази більше. Але це швидше не показники ігри, а це результат її гри. А от за рахунок чого це сталося, не зовсім зрозуміло, принаймні по статистиці. Тому що в атаці Десна, ви бачите, додала зовсім небагато. А в якихось показниках, як пресинг, там, перехоплення, єдиноборства, втрати, фактично цифри не змінилися, навіть декотрі гірше, ніж минулого сезону. Тобто це така загадка, виходить, взагалі, як Десна пробралася так високо, тому що минулого сезону, пам'ятаєте, вона була в нижній шістці. Не можна ж сказати, що опозиція, що суперники настільки слабше стали. Смотри, Рибаконь строїть команду планомерно. Вони не потеряли нікого з лідерів. Они добавили несколько крепких футболистов, которые создают конкуренцию и играют в основе. У них глубокая реально скамейка, особенно в, мне кажется, средней линии в атаке. Команда стала более сыгранной. Команда опытная. Самая опытная команда УПЛ 28,3 года. Команда стала более тактически разнообразной. Если раньше все говорили, что Рибаконь, вот это тренер, который только там от печки, вторым номером. Сейчас в некоторых матчах Десна играет проактивно. Более эффективно местами использует высокий прессинг, чаще владеет мячом, уже за 50% игрового времени в среднем, делает больше передач. Да, на 30% в среднем за игру, но это как бы тенденция. Ну а когда ты больше с мячом и грамотно работаешь в переходных фазах, это гарантия того, что ты и пропускать-то будешь меньше, и забивать будешь больше. Вот это то, что мы видим. Пишаюсь этой командой. Мы все просто красотчики. В продолжение темы Десны вопрос, заслуживает ли Денис Фаворов вызова в сборную. Ну и здесь же присовокупим в эту тему Александра Филиппова, про которого вы тоже спрашиваете примерно то же самое. Давайте начнем с Фаворова и вообще с того, что такое заслуживает. Заслуживает вызова или заслуживает играть в основе? Это разные вещи. Фаворов, в принципе... Правый защитник, давай начнем с этого. Да, правый защитник, который сейчас играет уже иногда вот здесь, вместе с Агирей, правого полусреднего опорника. Фаворов сбалансированный игрок. То есть он неплох в отборе, он выигрывает воздух, он хорош в единоборствах, он умеет исполнить неплохой кросс. Забывая богато. У него есть удар, он выполняет стандарты. То есть так, в принципе, ну, достаточно сбалансированный парень, хотя уже 29 будет, да, скоро, в следующем году. Для фэнтези супер находка. Согласен, да, видимо, ты знаешь, о чем говоришь.
Но я просто сравнивал его показатели там с Караваевым, с, допустим, с Тымчиком тем же самым, который моложе и который, может быть, даже ну, перспективнее на данный момент. У меня нет ощущения, что в футбол Шевченко, вот именно игрок с профайлом Фаворова, впишется лучше. Шевченко нужен на этой позиции все-таки более атакующий игрок. У Караваева почти все атакующие характеристики лучше, чем у Фаворова, а в защите он так прям, ну, явно не отстает нигде. По поводу Филиппова. Здесь, мне кажется, другая история немного, потому что Филиппов, конечно, заявил о себе очень громко, тоже немолодой игрок, хотя и открытие в Десне больше всего таких игроков. Он очень разнообразен, конечно. У него есть исполнительское мастерство при завершении. Он очень любит оттягиваться вот в эти вот зоны, получать мяч, обыгрывать один в один и делать прострелы на своих товарищей. Он может сыграть в одно касание. То есть, по большому счету, такой форвард, вот так навскидку, ну реально, без каких-то особо слабых мест. Да, игра... А то, що з метра він не забиває, і це у нього прям карма якась, це ти не враховуєш? Послушай, это два епізоди, і я рассматривал би їх як частні случаї. Штук п'ять, я думаю, за це. Смотри, коли чоловіку м'яч попадає вот где-то вот сюди, і він б'є, извиняюсь, як ми говорили в дворовому футболі, ні хреном, ні коленом, то есть, понимаешь, ти не можеш щиток направити куди-то. Для мене показатель другой. Какие голи Филиппов забивает при этом, понимаешь? Человек забивает голы, где ты чувствуешь мастерство, то, что один раз в него бросили своячка и не попали в лузу, для меня это не показательный момент. То есть я бы Филиппова, по крайней мере, на сбор вызвал бы. Почему Боричуку давали шанс, и я могу назвать еще фамилии, почему не дать его Филиппову при нашем, так сказать, узости выбора, ну, я не понимаю. Наступний блок питань, як завжди, про нас, про нашу програму. Павло Хмельов і ще дуже багато з вас постійно запитують останнім часом, чому ми відмовилися від ставок постійної нашої рубрики. Дивіться, ви в курсі, що YouTube забанив два наші випуски. Ми до сих пір не знаємо на 100% причину, здогадуємося, але не впевнені. Тому ми так від гріха подалі, поки що цю рубрику прибрали. Але якщо розберемося, то не виключено, що з наступного року повернемося до цієї рубрики. Все хорошо в мірі. Вова Потарай спрашивает, Михаил, вы прошли отбор на тренерские курсы? Прошел, вот, собственно говоря, живое доказательство тому, это часть формы, которую нам выдали на курсах ПАС, это Олимпийка вот такая вот своеобразная. Ты в ней теперь спишь, я так разумею. Причем да? Только в ней, ничего на мне нет. Что вам сказать, я хотел посмотреть на 29 психов, которые, как и я, заполнили эти невероятные тесты, 45 вопросов. Оказалось, что этих психов было реально гораздо больше, просто взяли самых психованных, и вот я один из них. Форма обучения интерактив. Нам не дают какие-то правильные ответы, там нет лекций, есть постоянное общение, и ты находишь эти ответы сам. Группа очень сильная, там есть журналисты, Александр Сашко, Трибуна, он был здесь в этой студии, Тарас Дмитрик, Евгений Кузьменко, Илья Новиков, Авраам Кампомар, эксперт канала «Футбол» и клуба «Шахтер», который тоже был твоим гостем однажды, Андрей Колесник, тоже среди студентов, действующий футболист Влад Лупашко из «Ингульца». Можно долго перечислять, и я вам скажу, что вот никто из этих людей вот прям так не выделяется, это точно. Все очень-очень сильны. Я приведу пример одного задания, которое нам дали. Разбиваются 30 человек на группы по 6, дается 1 час, каждому сбрасывается на флешке 2 матча, причем это может быть Националь Пиньероль, может быть Венгрия-Хорватия U19. За час группа смотрит 2 игры по 90 минут в идеале. И делает презентацию отчетов по модели игры всех 4 команд, которые в этих двух матчах участвуют. Тут и это с тактической доской, с монитором, где ты рисуешь графику, с огромным экраном, где ты презентуешь на флешке видеонарезку самых характерных эпизодов. Как это можливо физично сделать? И смысл, понимаешь, когда очень надо, человек способен на все. Смысл оказаться в максимально такой конфликтной, форс-мажорной среде. Когда ты начинаешь очень сильно сучить лапками, взбивая молоко в сметану. И что-то вы там до хера часу, я так понимаю, сидите, да? Сколько ты вытратил часу за эту первую сессию? Было 3 дня, и в общей сложности я насчитал где-то 26 часов за 3 дня. То есть мы реально заходили в 8 утра, даже в 7.45 приезжали, чтобы переодеться, и где-то в 8.30, а в один из дней, по-моему, в 10 мы ушли домой. Нет, это не раз плюнути. Це просто неможливо. Наступне питання. Чи можна нас знайти ще в якихось соцмережах, крім Ютубу? Друзі, звісно, можна. Під кожним, здається, відео ми залишаємо посилання на сторінки то-то таке в Інстаграм, в Фейсбуці, в Телеграм. Там можна подкасти слухати. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь. Там ще купу іншого контенту буває, крім, власне, публікації випусків. Якщо ви маєте на увазі нас персонально, то ось мій Фейсбук.
Facebook і Instagram. В Фейсбуці я загалом пишу про футбол, про журналістику, ще якісь такі речі про політику, кіно і так далі. Обговорюю, можете підписуватись, приєднатись в Інстаграмі. Я просто пощу якісь прикольні фоточки, це одне з моїх хобі. Якщо сподобається, підписуйтесь, буду вам тільки радий. Міша, ось його, бачите, Інстаграм і Фейсбук десь тут, якщо я правильно вгадав. Ти більше і там про театр, я так розумію, да? Ну да, это чаще всего анонсы наших спектаклей. Кстати, вы часто спрашиваете, когда можно прийти посмотреть. Вот, собственно говоря, можете подписываться. Я всех наших зрителей добавляю с удовольствием. Приходите в театр, буду рад видеть вас в зале. Полезная информация. Вопрос у Штефана Попеля. Какую последнюю книжку вы прочитали? Честно скажу, дошел до такой стадии жизненной, когда на художественную литературу времени почти не хватает. И читаю несколько книг подряд. Вот сейчас читаю три книги одновременно. Ну, можете себе представить. Это «Пеп конфиденциально» про Гвардиолу и его период в Баварии. Вторая книга — это «Система Иван и Чебак». Это касательно актерского мастерства. Мучаю эту книгу. И третья книга — это для личностного роста. Книга называется «Магия утра», которая помогает правильно как-то спланировать свой день и уделить правильное внимание сну. И вот обычно эту книгу я читаю и конспектирую где-то в 3 часа ночи и понимаю, что я что-то делаю не так. Что с тобой якісь не получилось поради людям, я думаю, ніхто таке перечитувати за тобою не буде. Ну, я теж мало читаю, чесно знаю, зараз перечитую Хемінгуея, та ще не встиг, щоб в школі перечитати. Поки звонит колокол, видел у тебя там на столі лежить, да? Да-да-да-да. І ви будете мене бити ногами, якщо не зрозумієте, але чисто для власної інформації читаю «Майн Кампф». Але насправді останню, яку прочитав, це було «Сапіенс». Хочу всім порадити, всі, хто любить нонфікшн, це просто must have. Ти знаєш, глядя на тебе, понятно, що ти являєшся частю цільової аудиторії книги «Майн Кампф», да. І любимий фільм «Американська історія X», мабуть, да, ще? Посмотрите, там Едвард Нортон. Моща. Ти його не знаєш. Но он крут. Еще один вопрос от Штефана Попеля. У кого вы планируете взять интервью в ближайшее время? Входит ли в ваши планы Сергей Палкин? Да, Сергей Палкин входит в наши планы. Мы, правда, пока не входим в планы Сергея Палкина. Вот он так к нам присматривается, следит за нами. Это приятно. Что касается вообще нашего шорт-листа, то в нем, наверное, человек 30. Мы работаем с этими людьми. Уже 3 топ-тренера предварительно дали согласие на то, чтобы с нами встретиться. Мы сейчас пытаемся разрулить тайм-менеджментом. Мы очень надеемся, что до Нового года, возможно, мы там вам под елочку положим какой-нибудь подарок, чтобы вы могли между оливье и, не знаю, что-нибудь кутей, фаршированной рыбкой, я поеду в Одессу, посмотреть хотя бы по 15 минут этого интервью. Но если не получится до Нового года, то где-то уже тогда ближе к старому Новому году что-нибудь для вас приготовим. Мы не собираемся завязывать с форматом интервью. Тому, щоб не пропустити в січні свіженьке інтерв'ю, обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок, вам прийде сповіщення. Ну і пишіть в коментарях, кого б ви хотіли, може ми когось з цього шорт-листа забули, обов'язково його туди включимо. Ну і обіцяна заруба в настільний хокей. Чому взагалі ми це робимо? Я поясню. Міша завжди пишався тим, що він грає в настільний хокей. Він пишався, навіть тренер, дітей тренує, щось там якісь кубки медалі повигравав. Я завжди його тролив на цю тему. Апогей був в спецвипуску з Костею Андрійком, коли він приходив в гості. Подивіться обов'язково цей випуск, якщо не бачили, дуже веселий. І Міша тоді просто образився і сказав, що це дуже серйозний вид спорту, і він це доведе, влаштовує матч. Я отримую фору 9-0, він грає без голкіпера, 5 хвилин на все про все. Я думав, ти хотів про вратаря забудеш. Ні, злопам'ятний. Якщо я вистою, то я його зганьблю. Але якщо ні, що швидше за все, то вибачте, будь ласка, особливо збірна Фінляндії, я не хотів. Да, ребят, возможно, я погорячился, конечно, 9-0 ще без вратаря, я думав, он забудет. Ну, тяжелая ситуация на самом деле. Но надо отвечать за свои слова, во-первых. Вот, я надел свою фартовую футболку своего клуба «Лисови Хащи», в которой мы играли в полуфинале чемпионата мира клубного 2 года назад. Супер, супер. Вот. Це я як проти Ломаченка, щоб ви десь розуміли, да, на ринзі зараз. Що, настольний хокей, гра джентльменів. Матч починається з обов'язкового рукопожаття, їм же закінчується.
Если все готовы. Не факт. Начинаем по сигналу. Так, правила, я так понял, по ходу, давай. Да? А что робити, чекай. Давай. Стоп. Так. Ти мені типу перекрив, да? Тут за. А я можу взагалі отак стояти? Ти 5 секунд уже стоїш. Італію влаштувати, щоб... По правилам не більше 5 секунд. Ага. Ти можеш так 5 хвилин тут стояти, нічого собі. Так, зараз, пас. Серйозно. Ага, туди ти мене не пускаєш, да, я ти, піду ти, сюди. Ти вже 3 секунди стоїш, друг. Так. Мені вратаря головне. Що це за розстріл? Так нечесно. Чекай. Ой-ой-ой, це що? Доставай шайбу і вбрасывай. Шайбу надо доставать очень быстро. Так, я куда? Это я на будущее говорю. Давай. О, господи. Продолжаем. Почекай. А, це вже два, да? Да, типу? Это два. Поправим ворота. Блин. Чуваки, может... Ребята, надо якось... каждую минуту забивать две шайбы. Других вариантов нету, так, просто, понимаете? Так, 30 секунд давай, ты уже две забил. Что ты делаешь? О, тихо. Я маю какой-то шанс, типа, да? Что это за звук был? Вот, на первой минуте я... Я задачу реалізував. Що мій вратар робив вообще? Це гірше, ніж Бойко. Так. Поїхали. Це що? Это давай доставай, гол не считается. А, не можна. После вбрасування 3 секунди перший гол не считается. Я не побачу, як мені шайбу забили, щоб ви розуміли. Так. Де? В воротах. Да, давай. Ти вже должен був научиться быстро доставать шайбу, делать вбрасывание. Ну ви поняли вже, да, чим закінчиться цей матч? Що, знову? Продовжаємо розговор. Я не бачу взагалі шайбу. Можна мені якось, так я не задумано. Знаю, атаку одну провести, ні? Можна, виграє брасування. О, нарешті я шайбою. Що це таке? Та, йолки-палки. О, в мене я з'явилась якась... Та, блін, опять. Не теряй шайбу, не теряй. Виходи із-под пресінга. Чекай, як це? Вот так. Давай. А там було більше 5 секунд, ні? Я даже 2 секунд не держу одним игроком. Ви помітили вообще, як він... Мені треба 10 шайб отыгрывать, чувак. Не розмовляє, він повністю на грі сконцентрований, як маньяк якийсь. Ти так над дітьми так само, да, вміщаєшся? Я начну розговаривати, коли буде 11-0. Та блін, можна я хоч кидання виграю хоч раз? Що, за 5? 9-9, яка там, скільки часу пройшло? Давай, у тебе ще є час виграти. Та ну блін, ну я не можу навіть шайбу утримати. Чим я в дитинстві займався, скажи мені? Чек. Ти смотри, я смотрю, ти приспособився. Куди я приспособився? Так. Що ти робиш? Не можна так робити. Так. Опять? Все, 10. Наконец-то я вийшов вперед, поїхали. Скільки в мене часу там? А, ну вже нема смислу мені. Куча. Ну ти час. Та, мені треба... Все, наконец-то. Вот, посмотри, як ти заіграв сразу. Атакуючий хокей почався. Так. Ого! Перший удар по воротам на 4-й хвилині. Чи який там? 5 і стоять. Та, блін, ну все, це вже розгром. Давай наступний раз настільний... Футбол, что ли? Нет, я хочу, чтобы ты хоть у меня шанс какое-то будет. Уважение вообще после этого выказал. Ты думаешь, ты правда? Да, ну блин. Что ты сказал? Я прошу прощения за многократное хуление. Что это такое? Осталось 30 секунд. Инвалид просто. Просто калеч. Стоять. Что-то красивое в конце надо сделать. Нет, немножко не то, что я хотел. Хороша музычка, да, такая. Можно было похоронный марш одразу стоять. Ну давай, хоть раз брось поворотом. Да я б же кинул один раз, ты чё? Всё? Спасибо за достойное сопротивление. 13-9, народ. Це було більше, чим. Друзі, дуже скучний матч, якщо хтось із вас вважає, що він грає краще, ніж цей юноша. Ручки короткаваті. Приходіть, будь ласка, на нашу секцію настольного хокею, пишіть в личку,
Ведіть здоровий образ житті. Оце, оце, здоровий образ житті, да? Народ, пишіть, я хочу реванш, пишіть в коментарях, про що нам зіграти, щоб його покарати. Ну і дуже дякуємо вам, ви все-таки це зробили, нас 40 тисяч підписників, 5 мільйонів переглядів, чекаємо в наступному році 50 і далі, тому продовжуйте підписуватись, пишіть в коментарях ваші запитання, ставте лайки, побачимось. Побачимось. Його коли несе, він же потім просто намагається за своїм мозком встигати. Да, там пішла одна метафора, і він же потім просто накручує. Імпровізація. Это Розумов говорил, да, что у комментатора язык дурно переживает мысль. Ты иногда скептически смотришь, что я начинаю думать, что я не то говорю, или что-то... Теряю мысль. Так, вот здесь сложно. Я тебя смущаю. Опять вяло. Да? Ладно. Вяло. Сейчас посмотрим, кто вялый в хоккее. Суки, москалі кляті обступили зі всіх сторін, ви розумієте? Москалі неможливо просто арійця, істинно. Да. Комуняки срані. Блять, випустіть мене звідси, народ. Во-вторых, одел свою фартовую футболку клуба Лісові Хащі. Надел.